VRT о совместном сотрудничестве с Эмиратами. Есть ли у компании планы экспорта, представленных в ходе текущего авиасалона моделей вертолетов, в частности, в страны Ближнего Востока? Hello, and I would like to ask a question on the topic of Middle East. We've already heard some things about VRT 500, about your partnership with UAE, but my question is on the new models presented at this exhibition. Do you plan, are there plans at Russian helicopters to start exporting them also to Arabic, Middle Eastern and Persian Gulf countries? Планы бесспорно есть. Как я уже сегодня сказал, что мы подписали сегодня соглашение о поставке первого вертолета в Арабские Эмираты 171А2. Вот. Надеемся, что там подписано соглашение. У нас прописан четкий срок, когда соглашение должно пройти в контракте 15 сентября. Вот. Соответственно, первую поставку мы ожидаем по вертолету. Машина высокой степени готовности ожидаем до дубайской выставки. Yes, as I've already mentioned, we do have plans to ship more of our helicopters to the Arab countries. And as I mentioned earlier, we already signed a declaration regarding the shipment of Mi-171A2, first one to be shipped to United Arab Emirates. And the contract is on 15th of September, but we plan the helicopter is already at a high degree of being finished, and we plan to ship it before Dubai Air Show. В рамках учрежденного совместного предприятия, которое должно заниматься продвижением гражданской техники, бесспорно, у нас есть планы по продвижению вертолетов Mi-171A2, вертолетов К-32. Мы с вами все-таки видели модернизированную версию, которую мы надеемся до конца следующего года сертифицировать в Российской Федерации. Также вертолет Фансат, ну и если...